Ярко и зрелищно в Керчи завершился проект по бодибилдингу Beauty Body. 14 недель участники конкурса терзали себя спортивными диетами, физическими нагрузками и постоянными тренировками, чтобы достичь желаемого результата. Кроме того, конкурсантки прослушали множество мастер-классов по сценическому макияжу и прическе, а также посетили дизайнерские уроки по пошиву купальников фитнес-бикини, изучили азы позирования и ознакомились со всеми видами фитнеса, благодаря профессионалам своего дела, лучшим тренерам Керчи. Были силовые тренировки, тяжелые веса, приседания, были кардио, сложный новый режим питания. Ну, я думаю, мы справились все. Девушки выходили на сцену в сверкающих купальниках, удивляя членов жюри своими формами. Многим из них за время проекта удалось не только подкачать тело, но и избавиться от лишних килограммов. Я не верила в том, что можно высушиться, то, что можно показать свои мышцы, всего лишь согнав воду, не попив там 2-3 дня. Я себе позволяла немножко расслабиться и покушать чего-нибудь сладенького. Участие в проекте приняли и парни. К сожалению, до финала дошли лишь двое конкурсантов, пройдя сложнейшие тренировки по сжиганию жиров и набору мышечной массы. Стоит отметить, что в этом году в проекте впервые принимали участие дети. 4 девочки в возрасте от 6 до 11 лет соревновались в номинации «Детский фитнес». Малышки очень старались, выполняя на сцене элементы акробатики и хореографии. Юным конкурсанткам даже довелось позировать членам жюри. Я занималась каждый день по 2-3, иногда даже по 4 часа. И еще у нас была акробатика. Страшно было выходить на сцену? Ну, в первый раз, конечно, страшно. Что больше всего понравилось? Мне понравилось выступать в произвольной программе. Но вот конкурсная программа окончена, и на сцену поднимаются организаторы мероприятия, многократные чемпионы Республики Крым и фитнес-тренеры Александр Иванов и Наталья Першко для награждения победителей. Однако тренеры уверены, что главный приз проекта не медали и кубки, а результат долгой и упорной борьбы над собой.